Доброго времени суток, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина, и я готовлю простые вкусные блюда из недорогих продуктов. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрый комментарий большое спасибо. Девчонки, готовим сегодня ленивые голубцы. Я взяла мясо с курицы, срезала все полностью. Один каркас. Каркас, как обычно, идет у меня на бульон. А с этого буду делать ленивые голубцы. Так, значит, я сейчас две луковицы взяла, сразу помельче сделаю, так, чтобы можно было прогнать через мясорубку. И я буду это мясо все прогонять через мясорубку. Ну, сюда, как обычно, что? Соль, перец. Какие специи любите, положите. Так, сейчас сделаю. Так, девчонки, мясо я перемолола, теперь добавляю рис, кружку риса взяла, 2 яйца, соль по вкусу, перец черный молотый. Так, теперь я буду добавлять сюда капусту. Взяла капусту. Капуста молодая, чтобы было хорошо, она быстро приготовится. Мелко нарезаю. И вот так еще потом делаем помельче. Зажарку буду делать потом. И вот такой у меня будет сегодня обед. Ленивые голубцы называется. Вообще я никогда не делала эти ленивые голубцы. Когда я жила в Мичуринске, мне соседка научила. А я, говорит, так делаю. Что-то сделала, мне и понравилось. Я не так часто, но делаю. Мои больше любят перцы фаршированные. Или же долму я делаю. Так, теперь все хорошо перемешиваем. Девочки, пару ложек манной крупы насыпаю, чтобы не сильно жидкий был фарш. И перемешиваю. Оставлю немножко и буду формировать наши ленивые голубцы. Так, девочки, немножко время прошло. Теперь я руки смачиваю в воде и формирую наши вкусняшки. Я кругленькие вот такие буду делать и складываю в сковородку. Так, девочки, я налепила, надеюсь, они мне не развалятся. Заливаю аккуратно кипятком и ставлю на огонь. Воду слегка подсолю. Так, девочки, вот поставила. Накрою крышкой, теперь под закрытой крышкой будут они готовиться. А я пока буду делать зажарку. Девчонки, на растительном масле обжарю лук, морковочку, болгарку и зеленью. И томатную пасту. Если у вас есть, у меня томат свежий. Делаем зажарку. Так, морковочку
лучок и перец пережарю, и теперь добавляю томаты. Так, девчонки, остальные ленивые голубцы я делаю заморозку. Одну уже я тарелку положила. Сейчас вот. Ой-ой-ой. Сейчас делаю вторую. Пакет одеваю на тарелку. Так удобно. Сразу снял и раз, они там. Когда надо, быстренько приготовили. Я раньше тоже так часто делала. И перцы фаршировала также. И голубцы делала, замораживала. И тефтельки делала, и пельмени делали мы. Так, ну вот еще на один раз. Вернее, на два раза две тарелки получилось. Все, несу в морозилку. Так, девчонки, все, посмотрите. Ничто у меня, ни один ленивый голубец мой не развалился. Все четко. И зажарка моя готова. Теперь я зажарку выливаю сюда. И теперь в этом зажарке в этой они будут готовиться. Вот как раз к обеду у меня обед готов будет. Зелень у меня уже нарезанная. Минут за 5 до окончания я зелень брошу. Все, теперь можно на медленный огонь. И накрываем крышку. Все, до готовности. Блюдо наше готово. Готовьте, пробуйте. Это несложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делитесь в своих любимых соцсетях. За добрый комментарий большое спасибо. Приятного аппетита и пока-пока!